Сергей Гриднев поделился с участниками российского муниципального форума опытом работы администрации Ивантеевки по таким направлениям, как расселение ветхого фонда, работа с детьми и молодежью, поддержка малого предпринимательства. Медаль за вклад в развитие местного самоуправления – общественная награда. Она является признанием заслуг граждан, вносящих вклад в развитие и становление местного самоуправления. Напомним, что Сергей Гриднев был избран главой города Ивантеевки в 2009 году. Повторно в 2014 году за его кандидатуру отдали голоса 74,28% от общего числа проголосовавших на выборах. Наверное, это был какой-то вотум доверия жителей города. И пускай сегодня изменилась политическая ситуация, пускай сегодня очень много полномочий ушло от нас. Я вам хочу сказать честно, все равно жители смотрят на нас. Правительство далеко, мы близко, мы с вами ходим по земле, нас с вами видят и слышат. И когда я общаюсь с людьми, меня очень часто встречают у подъезда дома. Я вот выхожу на работу, а у меня там под подъездом стоят люди. Вот, и встречают здесь жители. И люди не понимают, когда начинают говорить о перераспределении полномочий, еще о чем-то. Люди все равно идут сюда к нам, потому что понимают, что только мы можем решить проблему.